Тут обочина хоть, да, такая хорошая? Ну, я по обочине не кидаю. Вот так вот. Ну да. Так, примерно, примерно. Костёй, да, там, или что-то у него было, да? Ну, что-то было. Сначала подумал язык, а потом вроде нет. Ну, я то, а потом... Что-то молодёк. Удачи, господин. Давай вперед. Да, да. На светофоре будем. Сюда через мостик или вот сюда? Нет, через мостик, да.
Что как-то сильно разлилось. Или это то, что сейчас из берегов вышел, ну, Днепр? Да. Какой-нибудь там тоже выцепить. Не пролазишь? И собака за тобой еще такая стояла. То есть ты под нее не ушел? Ну тут бы, знаешь, нет. Ну и он бы не подошел. Движение бы активировали бы там. Я думаю, там бы я пролетел. Хвоей пахнет, да, как? Да, зай. Ну да, проехали. Да все, можно, поехали. Я так просто кругля. Где мастерок? Вот тут где-то, да? Хвоей как пахнет, да? Угу. Ой, тут дорогу. В Днепру не поедем? Так нам надо туда-туда. Не, ну это я к тому спросил. Слушай, ну, наверное, или не успеем, Серег? Так мы можем туда съездить в Днепру, посмотреть, пока он еще не спал. Посмотреть его. Ну, а потом дальше как мы поедем? Обратно сюда приедем. И вон туда можно будет через тот переезд проехать. Через Серебрянский. Там, ну, а возвращаться будем через Подснежники? Ну да, ну примерно там, да.
выгонят на почву, выйдем, и подъедем на это, можно будет на смотровую залить. Просто есть смысл сейчас ехать в Днепру, пока он там, ну, как бы различный, по идее, должен быть. Я так думаю, там пляж и деревья эти в воде должны быть. А, слушай. А мы же могли... А, ну ладно, мы по идее могли же и там переехать через переезд. Да. А вторая дачная, это ж там дальше вроде. А она в Петровку тоже выходит? Да, да, да. Мы всегда через нее и ездили. Да, это самое заруливание. Ну мы можем обратно так Ой, проехал пыли, да? Там тоже ехали, блин, тоже как не пылили. Вижу, что вот по этой дороге вообще хреново, что такой движ, пылище это. Вроде такие по ней клево, ну как бы едешь, как может пойти, не едешь, блин, короче, прилично. Но вот так вот на дальняк, если честно, я бы офигел. О, где-то едет. Наверное, по той стороне. По той, да, да. Выходные и начинается. А, ну да, да. Да я не дослушал, или Альфа, или Тинькофф, или... А, я уже и не берусь. Ну как бы в будние дни как-то перестали звонить, только выходные и праздники.
Так, подожди, нам туда. О, оба какой. Здорово. Здорово. Погнали, ставим. О, ларёчек, да? Что ты говоришь? Серег, вот мы постоянно как-то, ну, путаемся, но все равно приведет туда. Ну, в принципе, да. Просто да, там просто. Да, да, да. Водокачка, да, там. Вот этот КамАЗ проезжаем, я знаю, он стоял. Ну, даже не КамАЗ. О, вот этот вот МАЗ тут всегда стоит. Да, уезжать, да. Зеркала стоят. Вот туда-то. Туда, да?
Или вот сюда можно было. Не, надо сюда. Закрой, привет, меняется. Не, наверное, вот туда надо было, Серег. Хотя... А, мы как-то раз поехали вот по этой тропинке и долго. Нет, туда лучше. А вот сюда дорожка. Ну... Есть, да? Это дома. А вот сюда дальше. Мы как-то тут тоже с Андреем тогда вот так же заехали. Вот тогда вот тоже где-то тут заплутали, но то, что на великах выехали. Вот, вдоль ехать вот так. Днепр вон там. Да, так вон там получается, вон там она, вон она дорога, наверное, идет. Это еще не та, ну... Да, наверное, там. Вот, видишь, вот, смотри, вот. Такого мы можем. А, ну тут грязно. А, я боюсь, тут может быть грязновато. Нам проще вот сюда до нее вернуться. Да, все правильно. Но это мы не, Серег, не наше обычное место. Мы вот там выезжаем. Это другое будет. Мы не здесь выезжаем. Если даже она тут есть, мы не тут выезжаем. Да? Да, да, это я точно тебе скажу. То есть он тут есть, но мы выезжаем вот там где-то. Ну, не знаю, очень грязно выглядит. Там можем кирпичи проехать, там будет, ну, вязко. Вроде нормально. Так, что ты там? Это по виду он нам не рад. Отвлекаем. Да, да. О, вот этот дом помню. И вот этот даже помню. Вот этот помню. А? Да. А что это? Ну, камеру нажал, напикнул, пи-пи-пи.
Вон там дорожка есть с той стороны. Есть? Вон там, да? Ага. А что это такое вот это за... Ну пойма просто такая, видишь? Да, из этих лучьёв натекло в эту пойму много, видишь? Блин, ну вот тут вот хрен его знает. Не перекроет, но она нам дорога. Мы перейдем и так переползти можно кое-как, а дальше не видно. Да не, лучше, наверное, быстрее вернемся, как. А вот дорожка к Котофееву. Да, да, да. Попробуем. Ну если что, перенесем там. Вот это, по-моему, уже чуть-чуть осталось. Блин, давай. Сейчас тут. Да, если к Котофею туда вернуться, там. Хотя, может, они сейчас вот эта дорога сюда перейдет. Она налево пойдет, там, ну, как бы без вариантов, там налево будет. Ну, если сюда по карте. Куда? А мы сейчас же там же тоже выйдем на дорогу. Мы просто раньше повернули, а сейчас мы вернемся и
Просто тут уже нести ничего не надо, нигде переносить. Ну да. Я бы назвал эту поездку «Поворот не туда», да? Ну, такой, знаешь, полу не туда. Ну да. Не тут... туда, он бы был, знаешь, если там где-нибудь там еще собаки нападали. И что такое. Ну да. Производство какое-то, да, тут? Вот он. Вот он, ага, ага. Здорово. Оп. Опа. Так, а нам сейчас выезжать надо куда-то. Мы тут ехали с ним? Да. А, вот туда нам надо. Мы вот... Попала травка. Ну, сейчас поедем. Ну давай вот сейчас посмотрим, куда она выйдет и развернется. А Серег, вот смотри, мне кажется, вот мы обычно вот там едем где-то. Вот тут, если спустимся, и вот там дорога есть. Помнишь, такая булыжниками накиданная еще? Ну сейчас, подожди. Так, вот мы выехали. Ну, куда надо вот на дорогу выезжать в ЖДшку? Ага. Блин, это что, чё? Да? Что, можем поехать в нашу сторону через... чтоб не плутать. О, видишь, куда мы? Блин, колеса считаются. Ну, какие-то колеса. Так-то да.
Ой, вышли. Вот, наверное, вот по этой дальше надо было. Да, да, да. Или доедем до туда и обратно сразу. Успеем, не? Мы поехали до второй дачни, там переедем. Вот сюда, да. Да. Вообще на три ноги поставить ее посреди рельс и ждать. Это не ждите, а рельс сверху был нормальный кадр был бы. Так, вот сюда мы обычно выезжаем. Да, 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 да. И нам надо так всегда заезжать. Да. Ну что, и да, и не купить, вторая дача, вот и все. Видишь, уже тут сухенько, да? Так, Игорян, нам надо ехать в этот, ну, с великом еще.
Там же такие дорожки. Там, во-первых, вокруг по озере с этих. Слушай, ну у меня еще и пока. Есть пешеходная и вело прям. Короче, маршрут. Пеша-велый маршрут, как мы с Машем там ездили. Блин, там вообще по кайфу. То есть вот по таким ездишь дорожкам, возле озера. Угу. Там, то там, то сям, по полям там дорожки. По указателям там ездишь, короче. Жмякнешь кнопку. Давай. Там заедем или здесь заедем? Ну, через это, через. Давай здесь. Ага. Ну и как бы там, знаешь, типа, а-ля по правилам берут вот эти, знаешь, есть самые здоровые мусорные мешки. Ну, черные. Ага. Вот, они их раз как бы накрывают и все. Это они в ласточку? Да. Ну, они что, вниз, вверх, они на какие-то соревнования, они что-то куда-то. Что там закладывает это? Ну. Начали тоже кататься постоянно. Да хоть и что ловить, блин? Просто взяли, блин, приехали. Да поехали. С погодой угадать главное. Ну, погода, да, соответственно. Ну, получается, надо брать, ну, как бы, ну, и за богат платить.